Если заурядная атмосфера кухни опостылила, а эксперименты с майонезом и кетчупом больше не радуют, следуйте инструкциям приглашенных на несколько секунд экспертов, гастроэнтузиастов Махлиной и Большакова. Увольтесь с работы. По капле выдавливайте из себя кухонного раба. И не бойтесь экспериментировать. Даже самые локальные образования, которые ограничиваются чьей-то квартирой, шкафом или поляной в лесу, имеют свою культуру питания. Пробуйте новое и ничего не стесняйтесь. И готово.